Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 97 на странице 75 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маром. Павлик разделил 24 ореха поровну между собой и двумя своими сестрами. Сколько орехов получил каждый? Закрась карточку, на которой записано выражение, для решения задачи. Итак, у Павлика 24 ореха. 24 ореха он разделил между собой и своими двумя сестрами, то есть между тремя человеками. Поэтому нужно 24 разделить на 3. Раскрашиваем карточку, где записано данное решение. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под